Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется «Фермер против пришельцев». История началась с того, что у пришельцев закончился попкорн, и они решили приземлиться на землю и стырить этот попкорн у нашего милого фермера. Ну а фермер, естественно, не собирается этим делиться. Из-за этого началась разборка. Так что поехали. Старт. Легкие новинка. Ну, легкий новинка, так легкий, поехали. Так, что мы с тобой можем... Ага, все, понял. Вот так вот мы... Едем с тобой на каком-то комбайне. Ага, все, я понял. А что, нормально так себе катаемся. Так, я должен их давить. Ага, куда погнал? Давим их, ребята. Так, срази на повал. А, так я еще и могу стрелять по ним. Ну что, это вообще великолепно. Мне будут еще кнопочки бы расставить, ребят. А здесь есть пауза? Есть. Ну-ка проверим. Вот, отлично, друзья мои, все работает. Так, подожди, а как... Мне как-то вот этого чувачка надо было подбить, показывали. Ух ты, что там лежит. Оу, это же... Блин. Ребят, извините, в первый раз играю, поэтому пока не особо понимаю, что здесь к чему. Понимаешь, что нужно нам давить вот этих пришельцев. Можно стрелять по ним. Ну и, соответственно, вот эту вот кукурузу тоже нужно нам собирать. А, это горючее мы с тобой собираем, понял. Чего там написано? Дави на газ, рви на части. Ох, ничего себе. Ё-моё, ребят, конечно. Надо давить на газ. А это что такое? Хохломоны несчастные. На-ка. Получи и распишись. Слушай, это дерево... Блин, это дерево помеха. Твою ж налево, это тоже было... А вот это я должен брать. Да? Столько ошибок... Ого! Ты серьезно? Пришельцы уже тут против меня бычат. По-моему, ребят, я взорвался. Ну, первый блин комом, ты сам понимаешь, да? Вот, видишь, избегай столкновений. Вот это вот все, что стоит вот под таким знаком, это, ребята... Не нужно в это, короче, врезаться нам. День расплаты. Я получил новое достижение. Так, водительское удостоверение. Плюс 500 опыта. День расплаты, шикарно. Так, нажми на меня, чтобы получить снимок экрана. Так, вечная память. Воспользуйся протонной камерой инопланетян для просмотра наиболее ярких моментов твоей последней игровой сессии. Выбери свою любимую сцену и сохрани ее для потомков. Или же отправь ее своим друзьям, чтобы... зарисоваться перед ними. То есть вот эти картинки у нас с тобой. Ладно, предположим. Так, финальный результат. Что у нас есть? У нас есть продолжение. Так, ну что, мы с тобой двигаемся дальше. Бонусы. Бонусы — это великолепные улучшения, действующие на протяжении одной игры. Либо подбирай их с упавших НЛО, либо просто покупай. Так, я могу что-то приобрести или нет? Вот это же что такое? Марсианское молоко. Дополнительное 3... А, 3 здоровья. Хочу взять. А вот это что? Инопланетный смартфон с функцией сфотографирования и репликационным принтером. Ну, не знаю, для чего возьмем. А это что такое? Основной компонент 10 ядерных компьютеров и инопланетного оружия. Что это такое, ребят? Я не знаю. Так. Вонючий аэрозоль троллей, заставляющий... грязь и кукурузу намертво прилипать к телу. Слушай, откуда у меня столько кукурузы-то? Я не могу. Хочу все. Так, я получил новое достижение. А че... А че он где-то возмущался? Я не пойму. Что не так ему не понравилось? Че у меня такая скорость обалденная? Давим, давим, давим их. Новый рекорд, ребята, я получил. Срази их на повал. Конечно, сразим. Инструменты, это, видимо, для починки. Нате. Бабах, всех давить. Не убежишь, гаденыш, от меня. А это я могу... Нет, эти преграды я ломать не могу. Поэтому их просто лучше объезжать. Ой, да что ж такое, засмотрелся. Так, а это что, у нас новое оружие какое-то? Смотри, смотри, идет, ходит. Понимаешь ли тут. Дави, дави их. Ага, правильно, так и надо. Ауч, не ауч, а нормаль-ляуч. На.
Слушай, а вот это вот что за пришельцы там летают, которые наверху? Я не понимаю, для чего они. О, тихо. Что-то я подбираю, пока не могу понять, что. Новый бонус. Могу давить на газ, ребята. Ух, какой. Новая пушка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Зачем же так? Давай-давай-давай. Кукурузные поля. Ой, а что они делают? А почему? Они что сделали, ребята? Не могу понять. То ли похитили меня, то ли еще что-то. Ого. Ты видел, какой здоровый был этот пришелец, слизень? Ничего себе. Не ожидал. Это хлопается прикольно. Зачем? Нет, нет, он съел меня, ребята. Он просто взял и съел. Ты сейчас серьезно? Он просто взял, ребята, и сожрал. Новый рекорд. Я немножко в шоке. Шопинг. Ознакомься с классными улучшениями в магазине. Старый папаша оплатит счета, если соберешь хороший урожай. Или же обменяй попкорн на краденый товар у инопланетного торговца. А где инопланетный торговец-то? Так, мы можем с тобой уровни комбайн улучшать, что ли, можем? Ох, ё. Так, у меня... Слушай, я могу купить себе новый комбайн. Так, подожди, тут нужны и деньги, что ли, еще? А, у меня и денег хватает. Слушай, нифига себе. Ну, вот здесь можно было, ну, не хватает баксов. А вот этот я могу взять? Так. Отсроченное падение НЛО. А, тут либо это, да? Ну, давай. Приобрел. Сколько? 1000. А вот этот я купить не могу, потому что у меня всего лишь 2500 попкорна. Блин, чуть-чуть бы я вот этот бы купил бы лучше бы, ребята. Ну, ладно. Пока у меня есть такой, мне этого, наверное, хватит на первое время. Тут я еще могу купить какие-то бонусы. Так. А, дополнительное здоровье. Вот это вот возьму. А можно? О, можно, ребята, хоть сколько брать. Так, улучшать все оружие. Давай, улучшим. Попкорн трачу. А он что стоит копейки, ребят? Че я? Нормуль. Так, ракета-снаряд выстреливает НЛО и применяемая для вспахивания полей на чужих планетах. То есть, ты хочешь сказать, что я на чужой планете? Нет, я на своей планете, ребят. И оружие. Ох, ё, прокачка. Прокачка. Нифига себе. Блин, вот это, наверное, мне не хватает. Друзья, не хватает. Давай вот это, наверное, возьмем. Нет, не-не-не-не-не. Возьмем что посолиднее, да, для начала. Вот это вот. Американскому качеству, конечно, нет равных, но в экстренных ситуациях можно попробовать инопланетный продукт. Не то, что можно, а нужно. Я его улучшу по полной программе, ребят. Вот так вот. И вот эту тоже пушку я улучшу, потому что мало ли там что нам выпадет, да? Тогда и вот эту вот улучшим с тобой. Отлично. Е, вот тебе е. Ать, ать, все сфейлило, ребята. Все свои деньги. Так, уровни, а уровни, что такое? О, это я только один уровень прошел. Ну давай вот этот вот. Ага, это уже, это был легкий. Это средний. Хочу, ребята, глянуть. А как мне его начать? Так, это поле привлекает больше летающих объектов, чем обычно. Так, подожди, а начать-то как его? А, подожди, это мы с тобой просто купили, да? Теперь мы, наверное, делаем вот так. Выбираем средний, и все, ребята. Подработка. Я уже понял вашу подработку. Собери их. 8 каких-то черепков. Ускорь их до смерти за одну игру. Хочу все. Вот так еще сделаем с тобой. Все бонусы, ребята, активировал, которые только есть у нас. Коси их, говорит дед. Йо-хо-хо. Я даже не успеваю, ребят. Эх, ладно, фиг с ним. Главное, ни во что не врезаться, и будет нам счастье. Куда ты побежал, шитик? У нас с тобой есть буст.
Теперь я понял, что мы с тобой должны собирать. Я увидел наконец-то, ребята. О! Давай, 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 стреляй по этим пришельцам. Да ё-моё, отвлекся. Вон они, видишь, отбили мы их. А вот, смотри, бонусы всякие лежат, друзья. Так, давай. Чем больше кукурузки насобираем, тем лучше для нас. Так, могу бустануться. Юху! Я даже этого жаробаса, ребята, сталкиваю просто с места, понимаешь? Который меня в тот раз поглотил, съел. Это я, что ли, так бомблю? Ага. Ну-ка, ох, лучше вот здесь вот не встревать им на пути. Так, опять они летят, да, там? Починка. Давай, 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 давай. Да ты бомби наверх, вон они летят. Прям над нами. Все, мы их подбили. Или не подбили? Не пойму, подбили или не подбили. Так, тихо, собираем все. Шикарно. Я все время забываю по ним стрелять. Так, давай, давай. Ну, стрелять-то тоже, как говорится, без причины не стоит. Угу, даванули. Ну ты посмотри, опять? Все, ребята. Что это у нас такое? Вторая жизнь, что ли, типа? Ха-ха-ха. Подбили. Красавчики. По красоте. Ой. Мы его сбили. Блин, вот эти вот с лучами бесявые, вот эти вот. Серьезно говорю, бесявые просто вообще до невозможности. Я по ним стреляю, ага. Горючка, горючка, давай-ка бустанем с тобой. Ой, а мы когда на бусте, нам, ребята, все по барабану, все, я теперь понял. Эх, починку не успел стырить. Фига, у нас там луч такой с тобой. Так. Правильно, по ним дробью по всем надо бомбить. Так, они опять тут надо мной летят, кружатся, да? Опять. Да господи. Так, а тут невозможно. Они специально, ребят, появляются там, где появляюсь я. То есть специально туда бомбят. Интересно, я... Да нет, наверное, не собрал я все. Хотя день расплаты. Ага. Так, бонусы начислены, день расплаты. Собрал я, ребята, собрал. Что, всего 19? Но зато новый рекорд. Зато новый рекорд. Ты ведь и вправду обожаешь кромсать инопланетян. Как насчет острой жатки? Так у меня не хватает. Что за острая жатка, интересно мне знать. У меня всего лишь 19 попкорна осталось. Что этим? Ну зато есть бакинские. Зато есть бакинские, да? То есть я могу вот эту вот прокачать. Окей. 25 тысяч. Снайперка какая-то. Ага. Это, конечно, хорошо. Уровни. 15 тысяч кукурузы. А сколько у меня вообще кукурузы? А, тут не кукуруза, это... Видимо, сколько я могу собрать или нужно рекорд побить. Здесь, видишь... Ну, там будет вообще, наверное, заваруха конкретная, ребят. Просто размажут. Разотрут и выкинут. Побежал, давай, с легкого. Так, собери их за одну игру. 8. Дадут мне 3 попкорна. Блин, сколько же я буду собирать попкорн? А? Скажи-ка мне на милость. Ты захочешь это. Получи все отсутствующие у тебя в данный момент бонусы и отправляйся в бой во всеоружии. Погнали. Отправился во все оружие. Блин, а как же я комбайн себе новый куплю, а? Скажи-ка мне вот на милость. Ох, как мы с собой бустанули, не кисло. Стреляем. Видишь, в этих кустах не видно, где они там прячутся. О, пушечка. Прекрасно. Иди ты. Стоит там, улыбится мне. Тут, эй, да что такое, я же специально... Блин, растерялся просто маленько. Почему я не могу уничтожить эти вот повозки всякие? Ать, ать.
Ага, вот, мы все-таки с тобой внизу кукурузу собираем. Вон она, внизу отмечается. Нате, нате, нате. Выкусите, одни глаза. Одни глаза только остаются. Ой-ой-ой, что это такое? Ох, это подбили мы пришельцев, да, с тобой? И как бы забираем. Теперь я вижу, наконец-то, где у нас здоровье нашего комбайна. Оно, ребят, наверху. Вон та, вот тут вот. Только я не могу понять, почему здесь нас двое нарисовано. А, все, я понял. Один за рулем, а мы с тобой отстреливаемся. Все, 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 я понял. Так, подожди, ты будешь тарелку-то подбивать? Или нам нужно, когда тарелка идет в кустах быть? Я не пойму, ребят, вот этого вот пока. Пока не пойму. Что от меня тут требуется? Вот это вот я соберу. Черепки надо забирать нам. О, этот он. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, куда ж ты? Ну как же ты так, ну Рэй, ну ё-моё, ну блин. Жиробаса этого накормили, а? Новый рекорд. Новый рекорд, да, это... Нет, 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 спасибо большое. Буст. Жжж, круто. Мне нравится, когда мы под бустом с тобой мчимся. Так, горючий. Вот, не надо. Не надо мне этих жирных сюда, пожалуйста. Уберите их от меня подальше. Я хочу вот этих вот малышей синих побомбить. Эть! Что-то иногда кнопочка, ребят, западает, блин. Так, я не понял, эти пришельцы что-нибудь будут делать или нет? Которые надо мной там кружат. Мы их подбили, сейчас будем собирать бонусы. Хоп, хоп, нормуль, две починки. Замечательно. Бустанем. Отлично, прекрасно, я прям... Ух, куда разогнался? Бежит он там где. Давай, 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 давай. Эй, 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 не надо похищать, не надо меня похищать. Фух, справился. Смотри, сколько здесь черепков, которые мне нужно собирать. Нормуль. Блин, здоровья мало. Друзья мои, есть, починочку сделали. Прекрасно. И еще одна починочка. Вообще найс. Давай, дави, дави, дави этих гаденышей всех. Всех гаденышей. О, врезался там. Ай. Больно сейчас прижучили. Да иди ты, хламон, несчастно, тихо. Так, горючка. Горючка — это все, конечно, хорошо, ребят, но... А как я там должен был, извини меня, избежать? Он, если бы я туда прыгнул, он бы меня сожрал бы. Тот дурачок здоровый. Он бы просто меня съел бы. Так, подожди. Забираем вот это вот все. Отлично, прекрасно. Сколько? У нас мало здоровья, ребята. Очень мало здоровья. Я бы сказал, вообще мизер. Так, пушка. Ай-яй-яй-яй, сломался, сломался наш комбайн. Слушай, нам нужно с тобой покупать офигенный, крутой комбайн. Ты, я думаю, со мной согласишься в этом плане, да? Так, собери, я все это собрал, сколько мне? И все, это все, что я заработал. Так. Но зато бакинские довольно некисло нам падают. Да что за кошмарная жатва-то? Нет у меня денег на кошмарную жатву вашу. Комбайн. Блин, 25 тысяч, ты представляешь? 25 тысяч на комбайн. А тут вообще 100 тысяч. А пока у нас какой комбайн-то, кстати? На каком мы вообще катаемся? А, вот на этом. Да? На самом, блин, так сказать, даже начальном комбайне. Ой, ну что, давай еще, наверное, одну заходочку с тобой сделаем на среднячке. Так, поехали. Да, я хочу взять все. Все абсолютно хочу взять. Коси их! Опять дедуля там говорит нам, косите, говорит. Мелких синих. Почему их здесь сделали синими, если по идее они как бы должны быть зелеными? Я представляю, да, это ж надо было как выбесить, чтобы мы на комбайне начали их гасить. А нефиг кукурузу тырить у нас, верно, ребят? Пришли они тоже мне тут. Опа, новый бонус, молочко получили. Давай, 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 всех тут бомбить.
Летит, летит, смотри. Ага. Подбили мы им тарелочку. Так, нам нужно ремонтик взять с тобой. Окей, все шикарно. Пока все отличненько. Тюн-тюн-тюн-тюн. Нет. Синий жаропаз, вот ему лучше не попадаться, я уже понял. Так, тихо. Вот здесь мы с тобой все соберем. Давай, 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 давай. Нормуль промяли. Ать! Хотел уже хламон меня тут схватить. Не тут-то было. Не на тех напал, да? Мы будем с тобой бомбить. Молодцы, побили. Вот они, их нет запчасти. Мы, у нас есть еще буст. Не забываем, мы можем бустануть сейчас с тобой. В любую, так сказать, секунду. И смять их всех к ядрени фени. Да-да-да-да-да. Блин, мало здоровья опять, друзья мои. Мало здоровья у нас. Вот починка. Починка нам выпала. Так, опять они там летят. Эть, синий. Синебрюхий. Так, запись в дневнике. Что за запись в дневнике? Погнали. Достали они меня уже преследовать. Они все равно преследуют. Ты посмотри на них. Так, новое достижение. Ребят, я получил. Ломаем, ломаем. Все собираем. Ай, врезался. Как же так-то? Ну как же так-то? Ну, Рейч, ну е-мое, ну. Давай, давай, правильно. Вот этого синего тоже нужно бомбить. Горючка. Так, мы подобьем ему этот корабль-то или нет? Поехали отсюда, короче. Под бустом. О, шикарненько. Новый рекорд, друзья мои. А вы как думали? Тихо. Чуть было под жаробаса не прогнулся. Давай, 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 давай. Тихо, не надо мне тут в пугало врезаться. Как так? Блин, не увидел, ребята. Но у нас есть еще с тобой попытка, шанс, да, так сказать, исправить свои грехи. Плющим, плющим, плющим их всех. Блин, как-то получается у нас, я когда перепрыгиваю, именно в этот момент они начинают стрелять по мне. Видишь? Как специально. То есть ты никуда не денешься, ты обязательно должен попасть вот под их атаку. И ничего тебе не поможет. И вот это вот обидно. И в этот момент наверняка нам нужен буст. Да, скорее всего, так оно и есть, ребят. Все, у меня, по-моему, у меня сошел указатель с прицеливания. Испытание. День расплаты. Ага. Нормуль. Увеличивает, короче. Опа, у нас с тобой уже, ну, кукурузу-то я запарюсь копить. Так, новый рекорд. Отлично. Так, что это у нас тут? Дневник какой-то, ребята. Дневник из открытого космоса. Отбери до 3 страниц дневника на уровнях сложности у свиноподобных инопланетных троллей, чтобы узнать больше о синей угрозе. Наши ударные части обнаружили одно из этих полей рядом со странно пахнущей хибарой. Ага. То есть мы как бы с тобой собираем, ну, комикс, можно так сказать, да? Потихоньку, полигоньку. Так, информация, звук, здесь больше ничего такого нету, да? Статистика есть. Достижения. Так, стеклянный игрок, взгляни на свои достижения в битве против синеносых. Синеносых. Смотри-ка, тут, кстати, можно анчивки даже делать. Водительское удостоверение на 100%. А почему... почему я за это не получаю ничего, а, ребят? Тут еще есть карьера. А, ну карьера — это статистика, я понял. Жареные тарелки из Кентукки. Сбей 5 англов подряд с помощью всего одной лазерной пушки. Это как вообще? Деревенский киборг. Воспользуйся всеми инопланетными высокотехнологическими бонусами одновременно. Нифига себе. И я уже это выполнил. Да, ну что, дорогие друзья, на этой ноте, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!